Ну, я понимаю, она вообще не ценная, но она какая-то такая яркая и привлекла мое внимание. Девочки и мальчики, это елочная игрушка, прищепочная, но правда с потерями. Отсутствует этот утерян кусок прищепки. Это колокольчик. Точняк, это колокольчик и три вот этих орешка, желуди. Колокольчик с желудями. Полностью целый. Там, кидай дальше, да. О, спасибо. Строгих замечаний. Ну, строгие замечания, это подразумеваются трещины. Он целый. Трещин нет. Есть вот потертости краски. Краски. Да. Загрязнение. Это все называется отпечатки времени. Каждый раз, каждый обзор. Отпечатки, следы времени. Отпечатки, следы времени. Это бэушный, бэушный колокольчик. Смотри, какой прикольненький. Вот так вот, смотри, какой вот он яркий. Новую прищепочку повесил. Вообще огонь. Смотри, ты видишь уже, как он у тебя на твоей елке висит. Крупненький. Размеры будут в описании. Претензии, возвраты не принимаю. Отправляю только новой почтой. Укрпочтой не отправляю. Сам не упаковываю. Поэтому, если ты хочешь такую игрушечку, то туда вот ныряй по ссылочке. Она уже сегодня в продаже. Требует ремонта. Замену этой. Скажите. Ох ты! Все, видишь, ухайдохал. Ухайдохал. Вот этими прутиками. Да, вот теперь... Новая тут поломка. Вот кусочек только что у меня он улетел. Вот же он. Все, поломал колокольчик. Ну ничего страшного. Новую прищепочку повесишь. И все, оно тут все закроется и не видно будет вот так вот. Жалко, обидно. Прикольненький такой. Хм. Прикольный. Взял и поломал. Так, а что туда трещины пошли? Ну, продается, короче, этот в коллекцию, под реставрацию, на запчасти, без претензий и возвратов. Ну, извиняйте, ребят, случайно поломал. Так бывает.